Пора платить налоги за квартиру, дом, машину, землю. Срок уплаты до 2 декабря. Если не успеть, налоговая начнет применять штрафные санкции. Об этом говорили в управлении Федеральной налоговой службы. Сегодня там проходит день открытых дверей. Специалисты дают ответы на вопросы, связанные с начислением и уплатой имущественного налога. Мы приглашаем плательщиков, приглашаем студентов. А наши инспектора разъясняют начисление, которое предстоит оплатить до 2 декабря 2024 года. А также наши инспектора помогают в заполнении отчетности, принимают ее. Также мы открываем доступы к личному кабинету налогоплательщиков для физических лиц. На сегодняшний день в нашем регионе более 450 тысяч плательщиков уже пользуются нашими сервисами.